Чемпион Латинской Америки по версии WWE. На профессиональном ринге провел 23 поединка, одержал 22 победы, 19 нокаутов. El Regulante Педро Родригес. 94 килограмма. Ром. На весы приглашается боксер из Украины. Олимпийский чемпион 2012 года. Действующий интерконтинентальный чемпион по версии WBO. 8 боев, 8 досрочных побед. Александр Усик. 90 килограмм, 700 грамм. У кубинского боксера перевес, он не вложился в установленный вес, поэтому ему дается 2 часа и для того, чтобы сделать перевес.